Всем привет! С вами снова компания Термикс Украина и свежий видеообзор оборудования, которое подарит прохладу после пребывания в парной. И это не просто переливное ведро, а обливное устройство «Ливень» и «Ливень Мини», которые предназначены для принятия контрастных водных процедур во время пользования бани или сауны. Очень важно охладить тело и избежать дисбаланса между разогретыми и охлажденными его участками. Данное устройство прекрасно справляется с этой задачей, благодаря своим конструкционным особенностям. Слив воды осуществляется с помощью трех клапанов, а специальный рассекатель формирует поток изливающейся воды таким образом, чтобы полностью охватить тело человека и охладить его. Такая система более комфортна, в отличие от аналогов, в которых предусмотрена одна большая форсунка и поток воды направляется в одну точку. Клапана управляются специальным балансирным механизмом. При нажатии на рычаг управления происходит излив воды. При отпускании рычага излив воды прекращается и начинается наполнение емкости водой. Таким образом, вы легко сможете регулировать количество воды, необходимой для процедуры. Объем бака в серии «Ливень» 50 литров, а в модификации «Мини» 36 литров. Наполнение бака водой происходит от водопроводной магистрали. При наполнении емкости до необходимого уровня подача воды автоматически прекращается. Возможно подключение обливного устройства к стационарному накопительному баку. Материал емкости для воды – нержавеющая сталь IC-439 толщиной 1 мм. Снаружи устройство имеет декоративное обрамление из деревянных панелей хвойных пород в различном исполнении на выбор. Светлое дерево, красное дерево или термодерево. Прилагаемый монтажный комплект позволяет быстро и надежно закрепить обливное устройство на стене. Если для вас ролик стал полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами был Евгений Бойко и компания Термикс Украина.